Вот он, первый долгожданный снежок в Питере. И уже первый дрифт. Жига, жига, жига-то пошла. Ну-ка, давай, 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 давай. Ну-ка, ребятки, давайте, зажгите, зажгите. Тут, походу, все. Закончился дрифт. Сейчас, может, жиги передохнут и дальше. Так, так, так. Давай, 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 давай. Погнали. О, красавелла, второй пошел. Немножко неудачно. Сначала у него не удалось, но сейчас продолжит. Все будет покрасивее. Так. Так, там следующий кандидат, я вижу, уже стоит. Интересно, что там. Так, вижу, таксист приехал, сейчас тоже даст жару, наверное. Мне, короче, таксер не решил рисковать. Машина все-таки рабочая, ему еще денежку зарабатывать. Поэтому он тихо, мирно решил отдохнуть. Ну а жиги из жиги, не. Третий кандидат, к сожалению, тоже свалил. Что-то все разъезжаются. Ну, давай, давай, ты последний остался из магикян. Пятачок, 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 эх. Все получится, давай, я верю в тебя. Немножко
практики, и все будет в ажуре. Вот так вот все закончилось тем, что все тупо свалили. Спасибо. Дубль 2. Следующий у нас дрифтер. Сейчас заценим. Передний привод все-таки. А это уже сложнее на снежку. Так, с ручничком. Сейчас посмотрим, как новый солярис-то у нас дрифтит. Полицейский разворот. Кто-то там подавился или кому-то плохо, дверь открылась. Так. Дверь у нас по-прежнему не закрывается. Неужели перекос кузова пошел после столь великих маневров? Мне приятно, когда люди уважают снег и пытаются что-то красивое на нем изобразить. Ну-ка, 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 ну-ка. Ой, красавчик! Тихо, тихо, только не в столб, я тебя умоляю. Что, все, набесились или еще надо? Давай, давай, разгончик пошел. И в поворот скольжением, обходя с правой стороны столб, влетаем в пятак. Или не влетаем в пятак, так. Ну-ка. Ой. Еще один передний привод тоже туда же. Только это уже солярка предыдущего поколения. Может, что-нибудь тоже нам изобразить красивое? Не. Решил не рисковать. Так, что у нас там? Все в шоке.
Всем спасибо за внимание, всем пока. Учимся дрифтить дальше. Короче, веселуха у нас усилилась. Там уже каскадерские трюки уже пошли профессиональные. Человек то ли на крыше, то ли я не пойму где, то ли в люке. Не на крыше. Держись, паренек. Ну точно ты рожденный каскадер. Это уже левел 3 дрифт. Нет, уже, наверное, 10-й левел дрифта пошел. Судя по возгласам, уже дрифтер, а точнее, каскадер уже не выдержал. Спрыгнул. Вот это веселуха. Да, все, там уже передачи не втыкаются. Аккуратненько, аккуратненько. Вот это уже было поинтереснее с каскадером. Ну вот, короче, дрифт вот этих вот каскадеров закончился тем, что в данный момент они влетели вот на эти вот красненькие буйки. И левая часть водительской стороны, там бампер, капот, короче, все расхерачилось. Ребята, не повторяйте такие каскадерские трюки, если вы не профессионалы. В общем, ребята просто взяли и смотались очень быстро отсюда, потому что поняли, что капец, тачки и, наверное, работе.